вот когда копалось это озеро, здесь планировалась зона отдыха. Вот где был раньше старый пирс, сейчас он развалился здесь. Насколько я знаю, планировалась стоянка катамаранов. То есть для того, чтобы люди, приходя сюда, да, то есть могли отдохнуть, насладиться природой, чистой водой, озером, там, утками, которые здесь плавают, да, то есть, ну, такими жизненными вещами. В данный момент вот здесь вот, ну, несознательные люди устроили свалку. Я и моя семья сюда переехали, вот, на улицу Матросова, да, к этому озеру, в 2015 году. Здесь было гораздо чище. Свою часть озера, свой берег, мы убирали. Убирали достаточно плотно, хорошо. Но, опять же, мучаемся с тем, что приплывает к нам вот как раз из этой вот зоны отдыха. И все-таки хочется собраться и прибрать. Мы готовы выйти в субботу, 23 апреля, на субботник. Мы за чистый город. А вы?